Да. Несколько месяцев назад я приобрел сей аппарат. И да, у себя в квартире я мог кое-что принимать при наличии нормальной антенны. Я принимал радиолюбителей с России, да и почти всех радиолюбителей, до каких мог дотянуться. Но носить такую антенну с собой немножечко проблематично. И я уже хотел приемник выбросить, но потом подумал. А что, если я с этим приемником выйду за город? Как известно, в городе куча всяких помех. И прежде чем все приемник выбросить, я хотел попробовать, как же он у нас будет работать за городом на обычную штыревую антенну. Ведь и брал его как устройство экстренного приема информации. Надеюсь, что вон тот трактор нам не создаст много проблем. Попробуем. Что у меня из этого получится? Начали. Ну, не знаю. Ушел солнышко в тенек, но все равно не очень хорошо помогает. Немцы, бельгийцы, голландцы, японцы, англичане, эфир забит. Русских хакеров, любителей, нелюбителей русской речи не слыхать. Черт его знает, может быть, еще рано. То ли шашлыки жарят, то ли от дронов спрятались. Попробуем позже еще разочек. Я думаю, нормально. А вот поэтому я и его и так, там два вентилятора, запишаю, сделано два, один выпивной, один так проталкивает. Поэтому не сегодня вот. Вот так. Ну ладно, всего хорошего, Виктор. До свидания, всего хорошего, куда входит 7-3. В журнале не так и далеко. Ну, а теперь чуть-чуть информации. Эти действия проводил вчера и сегодня в Германии. Это самый центр Германии, город Фульда. Приемника так и не выкинул. Я его протру и положу в ящик. Может, еще и пригодится. За свои деньги он очень даже неплох. Но это мое мнение.
Я не являюсь большим специалистом в этой области. Поэтому это был даже не обзор, это все это делал не рейтинга для, а любопытство ради. Если я что-то сделал неправильно, поправьте меня. Если я что-то был неправ, я сам себя простил. Пока.